Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала «В мире Endless Space 2». Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо вы можете найти ее в описании к видео. Ведь всегда интереснее смотреть сериал не с середины. Ну а всем остальным приятного просмотра. Куча культуры у Демоникса, видите, у него такие широкие кольца, значит, у него эта культура добавляется очень нехило. Так, еще раз давайте пройдемся по планетам. Эту я могу преобразовать, но там хуже будут показатели. Это все колонизируется. Так. Окей. Тут строится все, что надо. Тут я могу в пустыню преобразовать. Тогда меньше будет производства. Но больше поддержки. А так вообще unhappy. Так, это все колонизируется. Здесь аванпост... 14 ходов осталось. А, система в блокаде, потому что там пираты, блин. Тут я чудо строю. Давайте еще флот поднастроим. Надо бы по оружию, конечно, пойти. Во-первых, увеличить флот, а во-вторых, оружие титановое открыть. А, и мне бы рынок открыть. Мастер тут флот строит в основном. Так я, слушай, я же отступила. Я и этот флот увел бы. Просто сейчас как-то после загрузки не успел. Так, какие у нас тут еще законы есть?
на 20% меньше производства. Ого, 114 минус. Надо будет не забыть следующим ходом это убрать дело. Слушайте, не могу понять, у меня на планете, ну, есть иконка убрать негативную аномалию. Я на нее нажимаю. А потом Select and Action. Я не понимаю, что дальше. Нажимаю на саму аномалию, ничего не происходит. Как вы аномалию выбираете? Никак, я еще даже не открыл это. Странно. Ну и то же самое, да, походу. Я еще не могу закрыть окно наземная битва. Блин, погоди, это сейчас мой косяк. Я просто не выбрал. Ага. Да, сейчас все будет. Да, все. А в прошлый раз получается таким же образом было то, что ты не выбрал. Я ж как раз напал на прошлый ход. Не, ну я выбрал. Да? Вот для этого и надо таймер ставить, чтобы автобитвы проходили. Нифига себе, что это за жесть. Так, что-то не то. Он обсчитывает пока. Бой. Минус 4 производства будет. Ну, вообще, давайте терраформируем. Так, тут unhappy пока. Сенси Ганза. Это на моей одиннадцать ходов. Ну, в принципе, почему нет? Грибов не стало 25. Нет, не могу апнуть до третьего уровня. Блин, нифига не успеваю. Все-таки маленький таймер поставили. Заказать арку не успел просто. Не, ну я тоже не успевал. Так, а почему я не могу? А, потому что я в Арктик переделал планету.
Ясно. Всего 5 производства добавится. Как-то так. Блин. Боже, не хватит мне идти. Блин, надо сейчас настройку. Просто нету времени в настройки залезть. И выключить эту всю чушь. Найду технологию, кстати, нормально. Какую-то военную тактику вот, нашел. Я за себя, короче, забыл эту арку улучшить. Для битвы. Очень плохо. Опять рассинхрон. Сейчас мы пока воюем. Так, что там с квестом? Ну, это неприятно. А, ты этот ковчег можешь еще восстановить? Да. Вот это неприятно. Нет, он бы просто не сдох, если бы я его улучшил. Но мы делали загрузку, я забыл это сделать. Блин, жесть, что был флот, что нет флот. А где этот мой корабль-то летит, я не пойму. Вот. Вот этот Энфер. Да, блин. Почему он тут летает? Это по моему квесту моей фракции. По очкам первый, по чудесам. Первый по экономике, третий, первый по науке, первый по завоеванию. Полегче. Так, а где на этом герое появится? А появление героев никак нельзя ускорить, да? Там не купить, ничего. Можно построить здание.
У меня тут производства вообще нету. Ну вот две стерлинги, то есть будет плюс 10 производства, например, да? Хотя бы. А, вот. Плюс 50% героев. Наверное, этот ускоряет героев. Тут все горячие. Так что можно построить. Да, и вот эту можно построить. Штуку. Производство добавим. Ну. Ничья. Блин. То есть я там стоял 5 ходов и появилось... Ну, это квест такой. Я ж не знал, что он такой силы появится. Разберемся. Так, это колонизируется все. Это все колонизируется. У меня 6 систем под управлением. Следующим ходом я уничтожу этот флот. Так, тут надо отступить. Блин, я могу этим ходом напасть, да? Дефенс модуль Pirate Ship, Pirate Shield. Мы не висим.
Да, конечно, загрузка очень сильно затупила. Несущественное поражение. У меня полковника улетело просто. Все ни одного корабля. Что ж тогда существенное? Очень расточительное заявление. Оранжевый, зачем ты на меня напал? Ну, а что ты там стоишь? Ну, я исследую. Я, во-первых, я даже не знаю, где конкретно. Где именно ты на меня напал и где тебе не понравилось? А? Где вот он на меня напал? Thank you.
Хотел спросить, почему у вас с Демониксом одинаковая фантазия? Почему вы свои корабли колесом назвали? Потом вспомнил, что вы за одинаковые эти играете. Так, а почему тут инкубатор какой-то, хотя мне уже не надо никого колонизировать, блин. Уровня сделать. В Нуверус можно отправить трех. Не успел. В ангар поместить. А как корабль в ангар поместить? Там слово «роспуск» написано. И тогда он в ангар поместится? Да. Что-то странно. Ну вот в центральном окошечке. Ну ладно, да, я уже навел мышкой, и там действительно написано, что это помещение в ангар. Что за иллюминейшн?
Демоникс, а ты справа от Андромеды видишь такое желтое иллюминейшн называется? Андромеда это где? Это около твоей системы Акамар. Акамар вижу, да, желтый что-то там есть. А что это такое, не в курсе? Ну у меня там пролетел зонт, ничего не нашел, просто желтый прыжок. Ну я так понимаю, что это какой-то квест, но у меня ничего подобного не вижу, я никаких таких квестов. О, Демоникс нашел. Да хары мне эти планеты пихать. Что ж ты будешь делать? Я опять сейчас ресинг сделаю. Давай. А надо ли?
постоянно рисим. Ну, дело в том, что тут какие-то репорты генерируются, да? Я так понял, что иногда, вот иногда написано Resync Report 2 из 2. То есть, видимо, кто-то 2, ну, у двух были проблемы человека, а сейчас было 5 из 5. То есть все прям. Иногда бывает, короче, играешь с рассинхроном, играешь, потом хренах игра сама синхронизировалась. У всех. Да, бывает. Так вот мы недавно играли, вот сейчас играли, я говорю, я не буду синхронизировать. И через несколько ходов норм стало. Угу. Ну просто обычно, если багов нету, то мы не синхронизируемся. А так тут есть такой косяк, то что, ну вот эти достижения, там, допустим, колонизируйте 8 планет, либо 10 аномалий исследуйте. Они через некоторое время сбиваются, и другие появляются за место. Поэтому можно сразу несколько пройти. Из-за рассинхрона. Повторно там, допустим, получить. Какую-нибудь хрень. Мастер, ты тут? Да. Подскажи, вот у тебя, когда у тебя население посещает, у тебя убывает? Сейчас, там шипение, я тебя не услышал. Что еще раз? У тебя население убывает, когда я его похищаю? Да. Да? Просто всегда было интересно, то, что рифбор наши сами же не растут. Что будет, если водяных похищают? Ну, ты просто похищаешь жителей. Так, ну да, да, логично. Я же и говорил, что да, обидно, когда похищается, потому что мне же их строить надо. Ну, я вспомнил, что эти корабли водяных там что-то у меня тырить будут. Ну, эти вот сейчас поговорили между собой. Я вспомнил, что это тоже водяной. А тут что-то висишь ты над моими планетами. Меня это не устраивает. Тырить же хотел, согласись, да?
Да? Это разведчик же был. Не знаю, какое-то колесо сомнительное. А ты ряд? Сейчас скажу, кто. Личеры. Ну, можно на любой корабль поставить. Ну, можно, да. Что у меня тут несчастье? Стоп, а почему 7 из 6? 3, 4, 5, 6, 7. Я что-то лишнее колонизировал. А, вот это Illumination. А почему оно колонизировано, и почему оно вообще мое, и почему оно желтым подсвечено? Я не пойму. Так, значит, мне надо так, что сейчас открывается? Мне надо открыть вот эту фигню. Impactless Sights технология. Так, сейчас надо будет корабли улучшить. Я открыл оружие уже на титановое. Почему тут супер вообще наука валит прям?
50, 360, 100. А, у меня 10 всего, нет. Тогда этот оставим. Не исследовано всего. Лёш, можешь дальше пролетать, снял эту блокаду в системе. Мастербой висит. Сейчас, сорян, да, я отвлекся немного. Так, в смысле еще? Я, в принципе, вот прожал. У меня куда-то делся квест фракции. Я ж не мог его весь пройти, правда ведь? А это... Это все релизная версия? Или бета еще? Ну, релизная, конечно. Да? Ну, тогда не знаю. Thank you.
Когда будешь трансперсоналом говорить, когда нападаешь? Окей, хорошо. Да я просто сам забыл то, что напал. Thank you.
На этом пока все. Играйте в умные игры, а продолжение завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.